Добрый день, с вами Елена Странич. Сегодня с вами будем делать вот такой вот маникюрчик. Здесь у нас бабочки и цветочки, и градиент с помощью лаков для стемпинга. Как базу под стемпинг я наносила Blue Glaze цвет. Это 0,16, вот такой вот. Сейчас я вам поближе его покажу. Вот такой вот нежный, нейтральный цвет. Очень красивый, наносила два слоя. И пластиночки, которые будем с вами сегодня использовать. Это обе пластинки Кинсиси. Одна из них номер 07. Здесь очень красивые вот эти вот бабочки. И вторая, которую я еще не показывала, это набор Jumbo 6. Это 34-я пластина. Здесь я использовала вот эти цветочки и вот эти бабочки. Я думаю, начнем с вами. И два лака для стемпинга. Это Bon Beauty из новой их коллекции. Но они не очень сильно пигментированы, темные цвета они не прикрывают, а вот на светлых они очень красиво смотрятся. Штампик силиконовый Bon Beauty, скребочек Nicole Dari. Начнем делать мизинчик вот с этого рисунка. Я уже сняла липкий слой. Наносим два цвета, один ниже, другой выше. Смотрите, что делаю. Перемешиваем их между собой. Все. Этот лак для стемпинга, можно с ним не торопиться. Он не быстро сохнет. Можно спокойно себе делать все. Смотрите, что выходит. Мне кажется, очень красиво так получилось. И ярко, и спокойно одновременно вроде как. Так, теперь будем наносить бабочки. Бабочки здесь очень красивые. Вот здесь я носила вот эти сначала бабочки, потом вот этот рисунок. А на этой руке сделаю наоборот. Точно так же, просто их между собой перемешиваю, чтобы стерлась вот эта граница. И переношу, соответственно, на ноготок. Смотрите, какая красота. Бабочки, конечно, потрясающие. Так, давайте сразу сделаем бабочки с этой пластинки. Вот они, они. Очень красивые, тонкие линии красивые. Я себе заказала пластинку, где там огромное количество рисунков бабочек. Хочу сделать маникюр, чтобы были одни бабочки. Смотрите, красота. И смотрите, как красиво смотрится на ноготках. Просто идеально. Я думаю, мы эту бабочку все сделаем здесь. Вот здесь я делала с той пластинки бабочку, а мы сделаем здесь чуть-чуть наоборот. Так, берем заново эту пластинку. Нам нужны опять цветочки на этот ноготок.
Кстати, вот я относила ногти 3 недели с топом Финолица. Прекрасно. Не было ни сколов, ничего абсолютно. Так что, кому интересно, советую смотреть. Ну, очень классно смотрится. Мне кажется, топ Винолиса можно было еще носить 2 недели, но уже так сильно отросли ногти. Я думаю, что там в последних видео видно, что ногти очень сильно отросли. Сейчас у тебя делала маникюр, я их укоротила. Сделала форму более квадратную. Укрепила акрилом. Кстати, акрилом укрепляла розовым, который мне тут недавно пришел. Крупноватым. Для укрепления он крупноват. Надо искать более мелкий помол. Посмотрите. Здесь как будто бабочки не хватает. Чуть-чуть. Но можно ее как бы в принципе чуть-чуть дорисовать или вот оставить так же. Я, наверное, так оставлю, даже дорисовать не буду. Так, убираю лишнее. Смотрите, что получилось. Сейчас очень много грязи, конечно. Но мы сейчас все это перекроем топом. Цвет будет еще ярче смотреться. Но он видно, что особенно вот этот вот цвет, он такой вроде яркий за счет своего, но полупрозрачненький. Или давайте как вариант дорисуем. Давайте все-таки дорисуем чуть-чуть бабочку цвета. То, что ей не хватило чуть-чуть. Беру обычную кисточку свою и чуть-чуть ее тут дорисовываем. Вот. Даже как бы незаметно. У меня кисточка обычно Jazz Nail. Теперь перекрывать буду топом. Топ у меня Dorame, это тот же Blue Place. Он без липкого слоя. У него хороший глянец. Он, кстати, очень хорошо светится в ультрафиолете. Мне нравится он по носкости. Но из двух вот Винолиса, который без липкого слоя, и вот Blue Place, я, наверное, бы выбрала Винолису, потому что цена приятнее, там он стоит 100 с чем-то рублей. У Blue Place надо ждать, когда там будут скидки. И, кстати говоря, вот когда у меня что... Blue Place пришел плохо упакованный, вот Dorame этот, я открывала спор, а Винолисы мне пришли неполные флакончики, я тоже открывала спор. Продавец именно Винолисы, он как-то быстрее отозвался, извинился, деньги мне вернули, он принял мой спор. Сказал, что постараемся так, чтобы более следить за своей продукцией. Заверил меня, что у них наливается как-то продукция по электронным измерениям.
У меня просто было с чем сравнить. Вот вам сейчас видно, какой глянец. Так, сушу в лампе сам мини. И все. И заиграл просто топ. Он в ультрафиолете очень хорошо светится. Он настолько ярким делает и лак для стемпинга. И просто обычный гель-лак. Хорош топ. Кто ищет топ, то вот Винолиса, Blue Place, вот одни из самых, которые мне понравились. При этом у меня Элит до сих пор стоит, Сиокс стоит. Но Сиокс он покрывает так, как будто стеклянная поверхность становится. Я читала отзывы, что очень многие, кто его носил, Сиокс, за счет того, что он какой-то такой прям пленкой стеклянной покрывает, очень трескался он. Билен у меня был топ и база. Вообще не понравились. А, Розалин тоже топ и база до сих пор стоят. Ну так. Сейчас вот мои любимчики, если брать с Алиэкспресс, это Винолиса, Blue Place по топам и все, наверное. А в базах базу Винолиса я не брала, брала базу Blue Place. Blue Place такая неплохая база, но она жидковата. Мне нравятся более густые. На Алиэкспресс я таких баз еще не видела, не находила по отзывам. Все пишут, что они жидковатые. Я даже не брала, не пробовала. А вот Коди, она густая. Коди мне нравится база. Так, все у нас просохло. Теперь что я буду делать? Беру обычную жидкость Северина. Она для снятия шеллака и гель-лака. И протираю все вот эти вот места, где должна быть грязь, чтобы ее убрать. У меня как-то была обычная жидкость с ацетоном. То ли мечта, то ли... Ну, как-то, по-моему, мечта, как дешевая. Но у меня не получалось так быстро стирать лак для стемпинга. А вот с Севериной все выходит. Стереть. Смотрите. Ну, очень такой весенний маникюрчик получился. Хочется уже лета, весны. Последнее, что мы с вами делаем... Это масло для кутикулы берем. У меня есть большое, есть в таком формате. Это мне просто нравится, но роза пахнет. И удобно наносить. И все, и теперь втираем масло, и маникюр готов. Такой яркий летний маникюрчик получился. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, мое видео было полезным для вас и интересным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!